На территории Затоновского берега подрядчик завершил высадку саженцев, сделал деревянный настил и каркас перголы. При этом отставание от графика, которое 6 дней назад составляло 2 недели, не сократилось. Подрядчик не нагоняет сроки, к сожалению, и в контрактные сроки работы будут не выполнены. Это самое главное. МАФы все пришли, малоархитектурные формы, значит, все материалы находятся на объекте, люди находятся на объекте. Поэтому велика вероятность, что к 15 ноября все работы будут выполнены. Мы на это надеемся. Работы на объекте выполняет череповецкая компания ООО «ГОАРА». Подрядчик объясняет срыв сроков строительства запретом проведения работ в июне из-за нереста на реке, а также отсутствием второго въезда на берег. Мы работали с одной стороны. У нас подъезд был односторонний. Все. Пока мы не доделали ту часть, которая подальше от дороги, и не могли приступить вот завершающий участок. Сейчас строительство подходит к концу. Подрядчику осталось закончить укладку брусчатки. На это потребуется 3-4 дня работы. Также необходимо установить малые архитектурные формы, которые уже привезли на Затоновский берег, и убрать строительный мусор. За ходом выполнения работ на объекте следят общественники и представители прокуратуры. Дмитрий Калининский, Михаил Протасов, Вологда РФ.